Вы знаете, его вот этот паспорт сменят, туда и дорога. У меня недорог паспорт Советского Союза. Я гражданин Советского Союза. Спасибо. Мне он дорог. У меня его сменили. Сменили. Этим я паспортом недоволен, и тем я буду недоволен. А почему? Правда? Потому что Советский Союз – это моя родина. Я ее защищал. Понимаете? Сейчас другие времена, и ценности другие стали. Но та страна милее нам. Мы за нее тогда сражались. Поняли, молодой человек? И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству, Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было. Сейчас, вы знаете что, звериник, друг друга убивают, одевают. Не было у нас. У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно. Мы жили вот так, поняли? С одного котелка ели. А теперь что? Мы друг другу в спину нож суем. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что этот дикий капитализм принес нам горе и беду. Этот дикий капитализм, который не знает никаких преград перед долларом. Через сына может переступить отец или мать. И наоборот, мать через сына за эти доллары. Когда заказывает жена убить мужа за доллары. Вы смотрите, что творится. Уму непостижимо. Мы духовно беднеем. Причем с каждым днем. Поверьте мне, такая власть долго стоять не будет. Поздно ли рано что-то случится, но так нельзя.